Итак, по списку. Стендап. Да, да, да. Стендап одного актера. Не, не, мне так даже болельщики нужны. Я так буду сам развлекаться, тихо, нормально. Второй из меня предстоящего матча это рефери всероссийской категории Алексей Алексеев от Ейск. Ну что, я в составах самому преданному фанату. Площадки, ребят, которые представляют волейбольный клуб «Динамо», вот и стадион города Москва. Такой, да, кинь, он сдулся. Не-не-не-не, если он тебя кореша поймают, иди, типа, не-не, чувак, сорян. Это на... мы поймали, это наше, не... Артур Пирожков. Да, меня не остановить, короче, погнали. Какой волейбол, не... Это мы же выяснили. Тут два, кстати, забили. 1-0 ведут. Там такой голешник. Ух, это мы. А это я. Давай. Рано опять. Ну все, мама, давай пойдет. Бэт, бум! Бум! Чемпион России, обладатель Кубка страны, это чемпион мира 2019 единицы чемпионов Олимпийских игр Токио. Вот он, вот он, вот он. Олег, я могу вот так вот тебе сердечко посылать. Незаконный. А ты мяч будешь кидать? Да. Ты хочешь им подать? Нет. Хорош. Штанга, Олег. Мы подаем? Да, по-моему, прям да. Че, давай. Ну так, начнем. Да. Артур, давай! Не за нас болеют. так же, Олег. Олег! Не поверил. Да, да. Аут. Блин, так будет нападать, у нас проблема. Олежа, половиночка, пятая. Ой, здорово. Лучше любой половинки. Внимательно. Ай-яй-яй. А, я с голосом. Да. Еще втыкаю. Да. На. Ход. Хорош. Да. Право. Ход. Да. Ох. Ну, чудесный накат. Ну что, отличное начало матча. Давайте, друзья, бодрячка команда. Аут. Бум. Это аут. И на первую смену сторон команда отправляется в причете 4-3 по зона. Олега Сайновского и Лили Жукова. Там сейчас после слова разрывают они просто этот сезон. Ну и вот два важнейших турнира, друзья. Кубок России, финал чемпионата страны в сентябре. Вот к этому, собственно, все и шло. Мяч. А можешь между доставлять?
Ай, красава! Я вижу, я не шоковываю за это великолепное отдание. Ну, собственно, судя по всему, кадры этой игры разлетятся по интернету, потому что Илья Шуков играет с чем-то типа GoPro на козырьке или что это такое. Может, для личной коллекции потом узнаем у Ильи. Этих он видел? Нет, Олег, нет, давай что-нибудь сыграем. Давай я. Не, просто окей. Антенна. Давай. Красиво. Красиво, друзья. И я на секунду вот. А он сказал. Запикай, да. Если очень хочется, то можно. Ай, подловили. Внимательно, внимательно. Можешь больше мяч. Два-два-два. Нет, нету. Ой, горело. Да-да-да. Олеж, не. Блин, я стоял. Хорош передача. Моя. Между. Хоть на меч он ставит, просто не прыгает, да? Да! Внимательно! Позже, позже! Я! У тебя здесь один шаг всего, Олег. Ладно, хорош накат. Да, ты 6. Ты? 3. Ход, Олеж. Ууу! С такой передачки-то. Невыполнимая задача. Ой, не знаю, что сложнее, играть или комментировать. А так, на сразу так. Половиночку. Да, пушка на пушка, но это... Была бы, нет, нет. Вот и за Макбоке тоже стартовала игра, про которую мы говорили. Я не Ахмед. Блин, идеально, Олеж. Вячеслав Красивый, Константин Семенов играют с такими волейболистами Ваны Тхао. Да. 7-9. Каждый мяч. Ух ты! И сам. Не, аут. Ну, я как мог. Да. Я не видел, но да. Давай, да. Право. Два касания. Не, попало в тело. Ай, блин. Да. Так же. Не подавись, Олег. Просто палит на всех в этом сезоне. Зарабатывает один из очков для своей команды. Да. Так же, Олег. Я мое? Нет, не мое. Хорошо.
Да, да. Ох ты. Олег, твое, твое. Я... Окей. Нет. Да! Что плохо идет с ним. Да, я думал, он будет спрыгивать, да, я мог линию их быстрее. Да, да, шесть я. Антенна. Да что ж такое-то? Да. Мой, Олег, мой. Ну все, технический навал. Блин, очень сильно давлю себе желание сделать креветку и всегда качу в линию, когда закрывают ход. Погнали. Мне хватает. Я шесть. Есть. Я ты. Ну, давай. Занёс. Да. Нету. Ты шесть. Ты. Браво. Кто сильнее очков, да, у нас возрастает разница в счете, так точно 16-9. Сделай линию. Повезло. Я шесть. Есть? Да. Ага. На записи будет эйс. Зайдет по личному. Все пишет. Да. Ты шесть. Да. Три, средняя. Вот это и был супер спайк у меня. Так, сними, какая высокая грамма.